вы что, мало этого? Ну, что, блондинами стали? В смысле? Вы какие-то белые. Ну, я что за прикол? Может, выцвел просто? Да вы что, это как, на солнышке? Что у вас с цветом волос на голове? Нахера вы перекрасились? Всем привет! Всем привет! Сегодня впервые в жизни покрасили свои волосы в белый цвет. Мы позвоним своим друзьям, родителям, знакомым и узнаем их реакцию. Давайте же посмотрим, каковы были реакции. Мама, сегодня день рождения. Да, у мамы день рождения. 49 лет. Вот мама, я вас не вижу. Happy birthday to you. Вот они, наконец-то, тут где-то вы были. Что, мам? А что с волосами? Что с волосами? Я не поняла. Мам, Белые? What happened? What's happening? Вы что, белые? Мам, ты о чем? Ну, покрасись. Мам, как дела? С днем рождения. Ты нас видишь, мам? Да я вас вижу, вы обезвредились. Капец. Ты о чем, мам, вообще? Что случилось? Не знаю, мам. Ну как твой день? Дин, что такое ваш здесь? Петя, это твоя? Это твоя штука? А что там? О, вот здесь свои. Три, два. Блин. Чай видео, тетя. Подожди, подожди. Не-не, у меня плохой интернет, сейчас вообще перестанем слышать друг друга. У нас ремонт идет на линии, может вообще вырубиться. Может постараемся или вообще не получится, да? Ну ничего, просто на минутку выйти на связь. Хотели тебя на минутку позвонить. Хотя бы увидеть тебя ненадолго, на секундочку хотя бы, даже на минутку. Попробуй камеру нажать. Так, через пару минут, подожди. Ты нас видишь или нет? Я вижу вашу дверь или окно, я не знаю. Оксан, привет. Как дела? Как дела? А вон, что, блондинами стали? Подожди, в смысле нет? Ты о чем? Ты о чем? Вы какие-то белые. Не знаю. Цвет волос. Чего не знаю? Вроде нет. Ну что вроде нет? Ну вы темнее были, что за прикол вроде нет? Ну только не делайте, а? А? Ну что, у вас другой цвет волос? Ну, не знаю, но вроде ничего не изменилось. Вроде ничего, не знаю, может выцвел просто? Да вы что, это как? На солнышке вы говорили. Старенькие вы мои, выглядели, вылиняли, да? Дэн, привет, ты можешь говорить минутка хотя бы, у тебя есть? Давай паузу. Дэн, подожди, не, подожди секунду, Дэн, подожди, подожди секунду. Подожди секунду, Дэн. Дэн. Дэн, как дела? Как дела? Нормально. Чё там делаешь? Работаю. Понятно, Дэнчик. Ну ничего, какие новости? Давай паузу. Дэн, да не, подожди, Дэн, подожди секунду. Ты это, сейчас, еще одну минуту буквально. Дэн, дай на тебя посмотреть. Мы тебя не видели, подожди, дай на тебя посмотреть. Дэн. Дэнчик, бро, как дела? Это что, ты выбиваешь, что ли? В смысле? Дэн, ты о чем? А? Ты о чем? Цвет волос. Не знаю. Дэн, ты о чем? Дэн. Another one! We the best channel! Настя, мы буквально на минутку звоним, сказать, что мы скоро едем, что мы тебя любим. И скоро, что мы сильно очень скучаем по тебе, Настя, и скоро приедем, будем обниматься. Ты, как всегда, самая красивая, Настя. И скоро увидимся. Все, жду вас. Когда покрасились? Фак. Алло, Кать, привет. Кать, ты нас видишь? Вот вы так громко говорите, что как я. Катя, вот сам. Покажите нам, алло. Алло, на подачу. Что у вас с волосами? Что с волосами? Что с волосами? Я говорю, да их нет. В смысле? Почему волос нет? Подожди. Волоса есть, волосы есть. Кать! Алло, вы... Я не перекрасилась. В смысле перекрасились? Ты о чем, Кать? Кать! Может отсвечивать что-то или что такое? Кать, не понял. Почему у нас серый цвет такой, ну, такой коричневый, ну, легкий коричневый цвет? Ага, конечно. Нахера вы перекрасились? Кать, мы не красились. Если вы мне будете наверить, я отключусь. Как у тебя, Ир, дела сегодня? Покажитесь мне, а? Чего вы там прячетесь?
Ира, капец, ты знаешь, как в сердце залезть к нам просто. Говоришь, я знаю, что вы скучали. Конечно, мы скучаем. Ноги мои. Ноги мои. Что у вас с цветом волос на голове? В смысле? Вы какие-то блондины на моем телефоне. Фиг знает. Может, отсвечивает или что? У нас свет сзади, видишь такой? Там свет сзади, ну, сильный вообще. Нас видите или нет? Это и да. Сейчас, давай, чтобы в камеру смотреть. Сейчас. Привет, как дела у всех? Здравствуйте. Мам, с днём рождения, мы тебя любим. Мы тебя любим. Громче, блин. Блин, плохо. Что? Что? Вы о чем? Вы нас хорошо видите? Свет. Не. Подождите, что, может, перезвоните? Ответь на вопрос. Что? О, смотри, видно. Покрасили, что ли? Нет. А что, в смысле? Нет. Ёберный балет! Сняйте, что вы там, покрасили? Ты в камере, мам, скажи, что, скажи привет. Мам, что ты скажешь? Мам, ты нас любишь? Ну, конечно. Марья, ты никто не ожидал? Ты что? Ты ожидал или нет? Look at your face again. Actually, I wish the same color. Что случилось? Как вам пришла идея такого? Родители решили приколоться. Тетя, мы тебя любим. Тетя, ты знаешь, что мы тебя любим? Мы всегда только делаем ради хорошего. Я тоже вас люблю. Они заметили, что? Когда у меня была яхта, я все вспомнила. Что, вы на солнышке выцвели, да? Что, вы уже приехали, нет? Нет, если бы приехали, я бы уже был вот у тебя и пили кофе бы где-нибудь. Вы там потом всех обманете, начнете разыгрывать, как вот вы. Когда ты с армии приходил, я смотрела этот ваш косик. Что ты спросила еще раз? Мы сейчас... Наша любимая сестричка. Последняя. Если не динамить, я вас порешу. Нет, а до этого? До этого, не про динамить. Вы хотите что-нибудь сказать Ютубу? Сегодня утром не такие были, папа говорит. Вы что-нибудь хотите передать Ютубу? Это не парик? Это не парик. Это не парик. Это не парик. Настя, о чем? Подожди. Ты о чем? Я о чем? Настя, ты что-то видела? Ты что-то видела? Конечно, видела. Я прекрасно понимаю, что вы под какое-то, ну, видео это все дело сделали. Вы молодые, вам свойственно меняться. Это прикольно, нормально. Не, нормально. Хорошо. Тетя, ты знаешь, что мы тебя очень сильно любим. Сердечки. Я вас тоже люблю. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо вам. Мы надеемся, вам понравилось это видео. И если вам действительно понравилось, то оставляйте лайки, пишите комментарии. И самое главное, напишите, идет ли нам белый цвет больше или нет. Мы уже вряд ли покрасимся в белый до тех пор, пока видео наберет 1 000 000 просмотров. Так что все зависит от вас. Покажите нам вашу любовь. Мы всех обнимаем. И увидимся в новом видео. Бай!